Десятое место – мальтийский пресноводный краб. Этот краб предпочитает пресноводные водоемы, а именно ручья, речки и озера, обитает в норах, молодые особи прячутся под камнями. Их норы достаточно длинные, достигают до 80 сантиметров в длину, его убежище защищают не только от хищников, но и от холодов. Встречается в Южной Европе, взрослая особь вырастает до 5 сантиметров в длину, самки бывают мельче самцов. Мальтийский пресноводный краб живет от 10 до 12 лет. Он всеяден, может питаться и растениями, и лягушками, и головастиками, не откажется от улиток, червей. Довольно агрессивный, нет хищников, которые бы питались только этим видом крабов, но на них могут охотиться птицы, лисы, крысы, хорьки. Однако самый опасный враг для них – это человек. Мальтийского краба стали употреблять в пищу еще в античные времена. Один ловец может собрать от 3 до 10 тысяч крабов за сезон, из-за чрезмерного вылова находится под угрозой. Девятое место – голубой краб. Вес – до 900 граммов, размеры панциря – 10-20 сантиметров. Его колонии обитают вдоль Атлантического побережья Северной и Южной Америки. Он встречается в устьях рек. Голубой краб любит воду с температурой плюс 10, плюс 30, мелководье с илистым или песчаным дном не глубже 36 метров. Рацион питания состоит из моллюсков, ракообразных, мидий, червей и рыб, падали. При недостатке еды они поедают друг друга. Карапакс краба напоминает створчатую раковину коричневого, голубовато-зеленого или зеленого цвета, по бокам находятся оранжевые острые шипы шириной до 8 см, брюшко и пара нижних конечностей беловатые. У него 4 пары ног для передвижения и 1 пара клешней голубого цвета. Кончики клешней синие у самцов, красные у самок. Крупной клешней он разрушает панцири добычи, а малый отправляет пищу в рот. Голубой краб сбрасывает клешни при опасности, а затем отращивает их. Живут 2-4 года, являются ценным объектом морского промысла. Восьмое место – колючий краб. Вес – до 2 кг, размер панциря – 14 см. Встречается на Дальнем Востоке в водах Охотского, Берингова, Японского морей. Иногда забирается в устье пресноводных рек. Он живет на глубине до 25 метров, но иногда встречается глубже 300 метров, предпочитает каменистое дно со сложным рельефом и водорослями, среди которых прячется в ожидании добычи. Питается двустворчатыми моллюсками, иглокожими, полихетами, ракообразными, креветками. Особенность колючего краба – наличие на панцире и конечностях малых и больших шипов. Верхняя часть ног и карапакса имеют красно-коричневый цвет. Снизу они светло-желтые, у самок, брюшко голубое, 3 пары конечностей членистоногая используют для передвижения. Передняя пара снабжена клешнями, одна из которых в 2-3 раза больше другой. Самка вынашивает до 30 тысяч икринок, около 40% вылупившихся личинок погибают. Солоновато-сладкое мясо членистоногого считается деликатесом. Седьмое место – краб стригуна опилия. Вес – до 2 кг, размер панциря – 16 см, размах конечностей – до 90 см. Встречается в водах Охотского, Чукотского и Берингова морей, близ северного побережья Канады, в Атлантике у берегов Гренландии. Он живет на глубине 7-110 метров при температуре воды от минус 1 до плюс 10. Предпочитает песчаное илистое дно, в которое зарывается во время охоты. Питается креветками, морскими звездами, полихетами, моллюсками, планктоном, водорослями, губками, останками рыб. Краб стригун опилия снабжен 5 парами уплощенных конечностей, окрашенных в красно-коричневый цвет. 4 пары он использует для ходьбы, а 2 передние ноги имеют по клешне, для поимки и удержания добычи. Карапакс имеет округлую форму и красно-коричневый или песочный цвет, покрыт сверху шипами, перед линькой краб зеленеет, имеет зеленоватые или голубые глаза. Продолжительность жизни стригуна – 13-19 лет. Шестое место – большой сухопутный краб. Вес – до 3 кг, размер панциря – до 25 см. Обитает в водах Северного моря и Европейского побережья Атлантического океана. Он живет в скалистом и песчаном континентальном шельфе на глубине до 100 метров. Ведет ночной образ жизни, днем он прячется в камнях, водорослях, расщелинах скал. Питается мидиями, рачками, крабами, омарами, прочими ракообразными. Красно-коричневый карапакс большого сухопутного краба без шипов, имеет овальную форму, внешне похож на закрытый пирог. Иногда на нем появляются светлые пятна. Под ним находятся внутренние органы, мышцы, жабры, глаза сидят на орбитах, спереди есть органы осязания, усики и антеннулы. 3 пары коричневых конечностей покрыты щетинками и заканчиваются черными когтями,
спереди есть пара клешней. Большой сухопутный краб размножается зимой. Самка вынашивает до 3 миллионов оплодотворенных икринок под брюшком 8 месяцев. Средняя продолжительность жизни 30 лет, максимальная – 100 лет. Пятое место – кокосовый краб. Вес – до 4 килограммов, длина тела – до 40 сантиметров. Несмотря на название, это сухопутный рак-отшельник, живущий на островах Индийского и Тихого океанов. Его жизнь начинается в воде, когда молоденькие беспанцирные рачки появляются в толще морской воды. Первое время они живут в пустых раковинах водных и наземных моллюсков. Питаются мелкими рачками, падалью. Выйдя из воды на сушу, они едят местные плоды, содержимое кокосовых орехов. Они ведут ночной образ жизни. Днем прячутся в земляных норах и скалах. Взрослое животное имеет 5 пар желтоватых конечностей. Задние, четвертая и пятая пары недоразвиты. Передняя пара заканчивается мощными коричневыми клешнями, которые способны перекусить кость. Жабры кокосового краба недоразвиты, он подгибает брюшко, это роднит его с раками-отшельниками. Коричневый с желтыми и голубыми пятнами панцирь членистоногого не имеет шипов. Средняя продолжительность жизни – 40 лет, мясо высоко ценится среди гурманов. Четвертое место – синий краб. Вес – до 4 килограммов, размер панциря – до 22 сантиметров. Обитает в водах Охотского, Японского и Берингова моря. Зимой он опускается на глубину до 300 метров, а летом поднимается ближе к поверхности воды. Температура воды, близкая к нулю, является для него оптимальной. Это хищник, который поедает мелких рачков, морских ежей и звезд, червей, моллюсков, водоросли. Синий краб имеет 1 редуцированную и 4 пары ходильных ног. Коричневый карапакс отсвечивает синевой. На его поверхности по бокам находятся желтоватые и оранжевые пятна, а также 2 больших и несколько мелких шипов. Нижняя часть туловища – светло-желтая. Самка синего краба метает икру 1 раз в 2 года с марта по апрель. Популяция этих членистоногих состоит из поколений самок, выметывающих икру по четным и нечетным годам. Так поддерживается их численность. Первый год жизни, вылупившись из икринки, личинка линяет до 12 раз. Максимальная продолжительность жизни синего краба – 25 лет. Третье место – тасманийский королевский краб. Вес – до 6,5 килограмма. Размер панциря – до 46 сантиметров. Размах конечностей – до 1,5 метра. Краб населяет илистое и каменистое дно континентального шельфа Австралии на глубине до 800 метров. Он является хищником, поедающим ракообразных, моллюсков, мелких рыб, морских ежей. Среди тасманийских королевских крабов есть случаи каннибализма. Головогрудь животного покрыта панцирем желтовато-красного цвета на спине и светло-желтого на брюшке. Он имеет 4 пары красноватых ног с темными кончиками, впереди расположены 2 крупных клешни. У самцов одна клешня в 2-3 раза крупнее другой. Иногда она превышает размеры панциря. Размножение королевского краба происходит в июне-июле. Самка вынашивает до 2 миллионов оплодотворенных икринок. Но большая часть вылупившихся из них мальков погибает, не достигнув размеров взрослой особи, живет до 20 лет. Отлавливают из-за вкусного, питательного мяса. Второе место – камчатский краб. Вес – до 8 килограммов. Размер панциря – до 25 сантиметров. Размах конечностей – до 1,5 метра. Это представитель ракообразных, живет в морских водах Охотского и Берингова моря у берегов Камчатки, на юге Японского моря и возле Алеутских островов. Он является всеядным хищником, питающимся моллюсками, червями, планктоном, морскими ежами и звездами, рыбой, падалью. Его передние конечности оснащены мощными клешнями, которыми он убивает жертву. Голова, грудь и глаза защищены красно-коричневым панцирем с острыми шипами. Под ним находятся жабры, сердце, желудок и мышцы, которые обеспечивают движение ног. Их у краба 10, но использует он только 8, 6 конечностей служат для передвижения боком по берегу или морскому дну. 2 передние конечности имеют по клешне. Крупная правая нужна для перекусывания панцирей морских обитателей, а средняя левая – для мягкой добычи. Живет до 20 лет, он является объектом промыслового отлова. Первое место – японский краб-паук. Вес – до 20 килограммов, размер панциря – до 80 сантиметров, размах конечностей – до 6 метров. Самый большой краб Земли живет в Тихом океане у берегов Японии на глубине 50-300 метров. Он ловко передвигается по морскому дну в поисках пищи, моллюсков, уснувших рыб, водорослей, ракообразных. Его передние лапы имеют по клешне с острыми зубцами. С их помощью он собирает еду и обороняется от врагов. Японский краб-паук не агрессивен. Он умело камуфлируется, собирая на своем теле водоросли, губки, полипы.
Так он прячется от врагов. Тело покрыто оранжево-белым карапаксом, мощным панцирем, защищающим головной и грудной отдел. Он имеет 10 конечностей, 8 из которых использует для перемещения боком по морскому дну, а 2 с клешнями, выполняют функцию рук. Продолжительность жизни — 50-100 лет. Мясо молодых крабов считается деликатесом.